координаты отправлены нашей артиллерией. Да блин, просто сложно. Да ладно, как достал-то? Умираю от снайперов постоянно, по КД. Сука, как они раздражают, а? Каску мне попал. Саду. По рандому. Гнари назначил. Давай затем снайпером на горе слева. Да я минировать пошел. Блять, опять снайпер, да что такое? Почему ты опять в красный прохожу? Я просто шага не могу ступить. Я начинаю бежать, меня убивает снайпер. Начинаю бежать, меня убивает снайпер. Пытаюсь подбежать к точке, меня убивает снайпер. Мы потеряли цель. Сейчас возьму снайпера. И меня будет убивать снайпер. Так. Да. Про медика, ну лучше, конечно, снайпера. На тебе снайпер один, блядь. Черт. И меня убивает медик. Угасной гранатой просто. Через всю карту. Я не знаю, куда он стрелял. Дистанции снайпера. Мы разминировали цель Айс. Ничего себе. Подорвал дверь. Тоже с фугасной гранатой выиграл. Динамитом бахнул. Минус один. А, там танк, да? Минус второй. Ой, как хорошо. Кто-то шипит меня с какой-то стороны. Не знаю, откуда он меня шипит. Да откуда ты шипишь? Покажи. Да вызови голову. Там шипит просто, я не могу понять откуда. Вражеские координаты отправлены нашей артиллерии. Hier, erste Hilfe. Hier, erste Hilfe. Danke, Kumpel. Там конюх убежал, если что, на край карты. Жест, конечно. Sanitäter gesichtet. Они просто, блин, вообще там какой-то упробег. Так, получилось. Да, обид. Затащили. Меня бомбит очко вообще просто. Просто горит адским пламенем. Я лучше мандаринку съем.
Ачибаба. Опачки. Опять у них они снайпера бросили. Пользователь присоединился к вашему каналу. Серега. А? Две штуки стоят стандартные. Не, ну позже скидосы будут, ты пропустил их, конечно же. Сейчас. Был скидос, ты еще 300 стоил. 200 он даже. Что у меня лаги какие-то начались. Он даже ждем перед новым годом. Что за фигня? На крыше в доме на втором этаже на чердаке сидит. Да, он меня уже завалил. Дробовиком, мразь. Интересная. Я сейчас миномета крышу сломаю. Так, миномет. Воздух или фугасный, какой надо? Как будет фугасный? Сзади подкрался гну. Чего? Палка, ебашь, охуеть. Блять, прям в крышу, на! О, враг ранен 60, на еще раз туда же. Ма? Прям в лицо, давай. Все, крыша рухнула, нахуй. Это тикает. Мы заминировали цель Айс. Saltatore nemico, facciamo attenzione! Occhi aperti, c'è un ricognitore nemico! Ах ты, блин, аж таску прямо, гад. Блядь, дайте мне танк, нищий ебаный. Пошли справа, повер. Кассета медика per te, amico. Нас еще с пинетом красный. Мы захватили обе цели. И у меня, по-моему, кида на коврик, она меня парит. Дождитесь окончания вражеского артобстрела. Ох ты, блядь, чё? Прям перед лицом. Чё, наложил ты вещей? Да, немного там, блядь. Вернитесь в зону. Ой-о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 й-
Погнали. Так, что у нас ближайший получается? Б? Давай, Б, да. Ну что, нормально, медик и патроны, и все есть. Эко, кассета медика. Ой, заметили, блядь. Ой-ой-ой, блин, тяжелый пулемет. Вообще, тварик, они не успели добежать до камней. Надо было выше обходить, у него там мертвая зона. Ага. Да, я думал, что на рискаче пробежимся. Вон там наш бежит. О, красавчик. Давай, давай. Снайпер. Да блять! Минус, как бесит, а, мразь! Сейчас, сейчас, поднимем. Просто думал. Ой, категории! Я там тут в тире посидеть. Граната, ребята, держите. На, минус один с гранаты.
Видел, как он выметру просила? Нет. Ох, ебать, а что в лицо прям прилетело. Стационар на этом бомбардировщик. Блять. Я их сейчас гранатами там закидаю. Наш конь? Наш. Ай, ай-яй-яй. Да что так? Кассета медика, эккола. Да ты чё тут забыл? Вообще в спине стоит. Эко, кассета медика. Да точка в другой стороне. Сейчас... Да ладно, ну как? Я споткнулся и сломал нос. Так, надо приказ, надо отдать, ее сейчас заметим. Враг разминировал цель Баклан. Че, может попробуем А взять? Блин, ну там в подвал надо заходить. Надо вообще здесь, да, первую А ломать. О-о-о! Ребята, идите в очко, блядь. Блядь, сзади, ну откуда? И логика этих людей, объясни меня. Сейчас буду нужен. Ой, категория! Да блять, опять ходит. Блять, опять дробовик, я опять сдох, нахуй. Меня этот пидор бесит. Блять, меня. Сука, рядом. Реально, вот такой муторный, да? Да пиздец. Вся тактика игры, встать за углом и стоять с дробовиком. Все, не надо ничего делать, не надо. Не, ну это, с одной стороны, это куда лучше, чем быть снайпером. Тоже пидорас, но это тоже нормальный пидорас. Выхвати, мразь. На, гранату. Блять, не то ресиви, я вот это какой-то творится. Выхватил? А как он тебя убил? Заминировали цель Баклан. А хер его знает. Такого расстояния. Я уже убежал. И вроде как бы и зал уже пошел. Надо заходить, короче. С другой стороны. А, там есть другие входы? Да кто сзади меня так шпуняет? Блять, опять снайпер. Сука. У меня очко, знаешь, сейчас такое маленькое. И перчик чили из него там. На, ебанул. Просто... Что, я не поднимаюсь? Мы ликвидировали цель Баклан. Не рискнуть меня, да? Я пытался, но не смог. Я понял. Как я ненавижу кемпер, у меня просто... Ах ты, сука, лянь. Кемпер ебаный в прорезь. Да хуй на них. Блять, нет, нет, блять! Блять! Эта дрянь с дробовиком стреляет в дырку, короче, прикинь! Да, он же меня убил. Как бесит, надо дым. Хватит там народу просто пачками ходит. Просто мясо какое-то. Вот я с какой стороны не зайду, блядь, везде этот пидорас с дробовиком. Сейчас с другой стороны попробую. Давай. Нет никого. Блядь! Динамит в дырку закинул. Сука. Блядь, это какая-то жесть вообще. Блядь, вы чё резали? Пиздец там вообще. Блять, меня с пистолета убили. Все пиздаем. Бай там кто-то с гранаты тоже минус 6 сделал. Так, чё взять? На мир, тут граната. Пизду и возьму штурмовика, блядь. Типа на растяжке на его же подорвал. Мы сейчас проиграем. На чём на граната, окью? Я сломал, блин. Блять. Аптечку бы. Есть? Да откуда я сам сломал? О, все. Красавчики, вообще малой. На, блядь. О, как там слышь, кто там? Там столько народу, кидай грену туда, я тебе говорю, минус 3.
Там просто, я когда заглянул в эту дверь, знаешь, как это... Картинка была с Думом, например. Да как он успел? Заходит, там врагов. А есть этот патрошка? На, ударная граната. Знаю еще. Блять, нет! Есть, поставил. А как ты туда так зайти? Туда надо осколочную кинуть, у него урон самый большой. Их надо со второй. Бля, минируют уже. Давайте им выйти просто, да и все. Ну киньте гранату. Это наша. Пиздец, их надо. Их надо с другой стороны, слышишь, это самое. С другой двери обойти тоже. Пошли, пойдем. Надо ее взорвать. Раз. Блять, уже так, а точка-то здесь, в смысле, с другой двери. Ты как бы всех этих перебьешь и все. Да, причем точка после другого входа зайти им в спину. Блять, они также гранатами спают. Ну давай, попробуем. Ланчон на гранате! Ланчон на гранате, окью! Блять, погнали, погнали. Я взял его. Ну, босс. Блять, не успел пробежаться. Убили его. Я могу взорвать. Блять, дробовик! Вот они так и сидят. Блять. Киньте кто-нибудь аптечку. Я закинул туда аптечку, кинь. Проповедник, здорово. А, здорово, хомяк. Мы тут их стримим. Надо просто гранатами закидывать, все. О, стримки. Блять. Все, блять, изи нахуй, проиграли, блять. Пиздец, ебучая карта, блять. Просто вот эти обходы, просто гранату надо накидать нахуй, под гранату, или с под дымом заходить. Блять, сейчас забыл совсем, надо было с дымом заходить, и все. Берешь этот дымовуху на этом на автомате, который жесть, по, ну, подствольный-то. Ну, у медика, да. И, да. И еще обычную такую дымовуху. Я так, знаешь что? Я так сделал в этом. Операция метро в Battlefield 3, конечно, это было. Просто, прикинь, дымовухи просто шли. Домовуха, 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 домовуха. У меня уже все домовухи кончились. Я уже из последней домовухи долбанул и забежал. Вот где есть же слева поворот, вот этот, налево поворот. Метро, операция. Да, там много таких. Ну, как на А точку выбегаешь. Ну да, да, понятно. Вот, там налево поворачиваешь, и там есть еще этот, потом еще подъезд еще есть слева, короче. Не прямо, который подъезд, а, прямо на А, а который слева можно пойти, обойти слева. Ну там, в принципе, они все одинаковые, эти повороты. И там, короче, вот я туда прям зырнырнул, и там сидел, и все наши, короче, появились, вот там Диман, там, потом Brutal Beer, короче, ну, это, наверное, знаете его, может? Да, да, помню. Вот, Brutal Beer, вот эти все, короче, появились, и мы там их сзади, короче, как зацепили. Жопа была вообще. Как вспомним. Так, качаем поддержку. Сколько осталось? 6 уровня, блядь. Че, Донского не было? Ну, он подойдет скоро, говорит. Да? Ну да. О, еще один Илюха есть. Что-то народу как-то нет. Дай куда-нибудь. Я вот не могу подключиться. Я пинг 140. У меня комп сломался. Чини. Новый комп. Новый. Кулер сгорел. Бывает такое. Бывает такое. Я себе когда айсхаммер купил тоже, но у меня этот сгорел, у меня регулятор, наоборот. Не, кулер сгорел на этом, на... где питание уже он подает. Вот.
Хочу гарантия. Гарантия кончилась. А говоришь новую. Ну, самосборочный же. Не, ну, не полностью. Больше годика получается. Ну, да. Ну, можно сказать, что как новый. Да, блядь, думай. Я бы сейчас бы тоже бы стримил, если бы не было много. Двойной бы респондент чистый был бы. Не сломан. Танк там катается. Они все на бэк получаются, да? А. Серёг, у тебя тоже свой канал есть, да? Да, есть. У тебя сколько там подписчиков? Да мало, не помню. У меня тоже свой есть. Да блять, да блять. Нож не режет колючку. Я на колючке почти сдох, я застрял в текстуре, сука, дай ты. За что? Убейте меня, пожалуйста. Ну убейте, я застрял между колючкой и забором. Вообще отлично, и выбежал такой на танк. А сейчас меня добьет какой-нибудь снайпер. Нет, снайпер не добил, снайпер решил сказать аривидерчик. Добил медик. Мы поставили. Враг заминировал цель баклан. И аптечку мне. А это ты за мной бежал? Ты что, баллон был один прилетишь? Да. Ох, еще. Да. А чё? Блин, у меня нету её. Значит, я не понимаю, в чем проблема купить игру? Мужики все здоровые, 2000 рублей, блин, это... Не знаю. Ну, у меня лично это зарплата как бы там, 1-2 часов. У кого-то это зарплата целый день. В чем проблема-то? Платить разработчикам за нормальную игру. В конце концов продать свои старые носки и джинсы. С артиллерии, манат, побежал. Без труд детей! Короче, просто. Почку, да? Да, ну, почки хватит на то, чтобы купить не один Battlefield. А их, по-моему, еще да хватит даже купить на новый. Я ради Battlefield комп обновил на 20-ку просто. Battlefield в этот сраный играть. Не, ну, придется тогда обновлять. Аптечка, подлечись! Аптечка! Ну, сижу. Капель новый покупать. Я просто тут сейчас так народ разбиваю. Слушайте, какой ноутбук брать игровой лучше, а? Ребята, ответьте Б. Чё ты говоришь? Игровой ноутбук. Никакой. Чё, нету что ли? У тебя есть лишних 100 тысяч? 350? Ох, ё. Ты думал? И почему она никого нет? Ну, у меня лишние почки. Блять, нет, у меня кирпой забили. Ты нормально народ завалил, 10-2 счет. Вообще повеселился просто. Не сколько себе будет. Вражеские координаты. Зачем тебе играть? О, Димон. Нормальный стационар и какой-нибудь планшет. Опа, опа, с артиллерии еще двоих бахнул. Вообще красава. Вообще лучше не будет. Блин, этот пулемет вообще такой бластер. Он медленный, да, но я он тебя реально заштопаю. Бластер. Вражеский медик, видишь? Зайдет, Димон, зайдет, меня увидит, не увидит. Говорит, хомяк, ты что не заходишь? Я хочу в дом. Аптечка, пригодится. Это тебе аптечка. Ай, прикинь, я залагал, вот короче, просто я залагал, у меня упал КПС, меня убили. Как это обидно. На 30-ке, наверное, просто КПС. Я вообще ничего не смог, я просто не смог среагировать. Я вышел из угла, там 10 человек и... Ой, жизнь. Опа, погнали. Блять, я сам себе гранату кинул, мамочки! Я тебе помогу! Противотанковую? Нет, обычную, но меня убил все равно какой-то кусок. 12-4. Портят счет, сука.
Да идите нахуй, газовая граната. Газовая граната реально нормальная. Она меня вот бесит, я пробовал не пользоваться. Я не понимаю, зачем брать гранату, которая просто может... Одеваешь противогаз и все. Ну, противогазе ты целиться не можешь. Обозрение другое. Ну, я, в принципе, 90% времени стреляю от бедра. Ну, кроме пулеметчика. Блядь, прикройте. Давай, давай, я тебе там крем купил. Фух, успел. Да, блядь, текстуры, сука, дайсы, за что мне это? Почему я не могу перепрыгнуть 4 кирпича, блядь? Когда мне стреляют в спину еще, да, включу. Надо где-нибудь рядом сесть, короче, не бегать никуда. Враг заминировал цель Баклан. Там танк, блядь. Да ладно. Так, ну я подходы как бы крою. Б. Так что можете смело ее разминировать. Блять, танк, сука. Он меня убил просто сплэшем. Ты взять штурмовика, забрать там. На, блядь, достал. Обе цели. А я штурмовиком. Штурмовиком еще добавлю. Враги остановлены нашим артобстрелом. Да ёб. Враг продвигается вперед. Блин. Мне танк нужен. Скажи, ты мне танк. О, блин. Блять, нет, дробовик это хуйня вообще. Сейчас, погоди, я резко. Да, я уже. А мне ствол надо поменять. Ага, все, не резко. Фанатик, что ли? Я хочу с танком разобраться, я его не вижу, потому что спота нет. Заминировал цель Аист. Да, давай. Да уйди! Сука, с походом. О, там танк. Блять, ну танк защищают. На место всех. А наш танк уже сдох. Да, у нас там еще сел. Офигеть! Зашел танк, в тонный переулок, готов огнемечек. А у меня динамит вместо ПТ-ружья. Опять меня какое-то дерьмо убило дробовиком. Мы разминировали цель Аист. У них тоже танк донный, потому что он где-то непонятно где. Он тупо не перестает. Патроны. Платные патроны. Забирайте. Враг заминировал цель Айс. Сука, огнеметчик кемперит в переулке, я в ахуе. А чё ты, блин, бери его на штыка, я за пулеметчика не могу его на штык взять. Да ща возьму, насажу на кокон. О, пусть пошли нахер. Мы разминировали цель Айс. Пиздец. Сейчас небо не будет. Бро, я тебе сейчас рисну. Да что у тебя, блядь, на. А, это не ты? Какой-то донный чел. Враг заминировал цель Аист. Да какая нахрен граната? Да какая нахрен пулеметчик, блядь? Сейчас мне счет испортили. Я просто уже полчаса бегаю и не могу никого убить. Потому что происходит, это что мы, блядь, я херню забегаю. Враг заминировал цель Баклан. Две точки заминировали, отлично. Давай на Б, я прикрою на танке. О,
5, а, я тебя не вижу. Вижу пулеметчика! Сколько народ взял? А, двоих минус. Давай, давай, заезжай. Похуй. Да я сгорю. Я сгорел. Тщательно прилетел. А он там в доме сидит, мрак. Ну я тоже там сидел. Он просто спамит зажигательный. Вот куда ты столько зажигательный? Потеряли цель Батлан. Как он разминировал это нормально? Они захватили одну из наших целей! Да! Тут тут! Враг заминировал цель Аист. Какой-то трэш, по-моему, происходит, просто я не понимаю ничего. Видишь? Я вроде начал, как бы там что-то кого-то понаубивал, сейчас меня просто убивают и приходят. В непонятных местах, непонятного оружия. Да иди ты со своим штыком, бля. Враги остановлены нашим артобстрелом. Отходим. Отступайте так и защищайте выиграли, наши блядь. Новые цели. Поеду-ка я, наверное, вот сюда. Враги изо всех сил! Враг продвигается. Я пойду за часовым. Я бы медика только заткнул. Рядом с вами есть набор часового. Что ты взял? Там. Он самого лютого, который. Кто-то тут психует меня, он за мой сердце, блядь, двоих. А, вон тяжелый едет. Берегись! А чё, я ничего не сделал. Вражеский танк! Тут на Б просто задний. Да блять, заебались со своими гранатами. Вражеские координаты отправлены нашей артиллерии. Это наша цель! Защищайте ее! Пиздец, они просто гранатами в память. Заминировал цель Батлан. Там вражеский огнеметчик! Эй, мне вообще не пьет, что меня раздражает эта игра просто. Она какая-то прям. Раздражительная, просто такая. Да сука, глянь, кемперит. Что, танк? Да, он стоит на месте. Его надо ковырнуть, слышь, помоги. Блин, я это. Вражеские координаты отправлены нашей артиллерии. Бля, ля, не чинится танк в ахуе. Я тут немножко занят. Они просто спамятся. А кто тут сзади нас обошел? Вот слушай, ты же стоял же со стороны сзади. Почему с твоей стороны чувак заходит? Я чинился. Ага. Сейчас возьму маяка разберем. Ну либо тебя могу сзади поставить, починить. Вижу штурмовика! А сейчас Б просто. Вражеские координаты отправлены нашей артиллерии. Стоит на Б, там очень тебе не хватает. Прям там в коридоре столько народу. Где-где-где? Сейчас, бля, у меня столько ружья сняли, пуля, кстати, тебе предназначала. Он тебя сейчас впаяет. Прям на Б в коридор туда заезжай, то есть... Ну я не сделал на Б сейчас еще раз. Вот, раньше бы заехал, когда я за это играл, я что-то затупил бы на доботке. Они просто гранатами спамят и все. А ты заедь прям туда, вон они оттуда стреляют. Сейчас, сейчас, подожди. Блять. Тяжелый. Сейчас я ему пойду. Про. Как так-то? Заминировал цель Аист. Меня это чмо с ПТ-ружьем достало, меня видно не было, как он меня убил. Да пиздец, блять, меня бесит эта игра. Вот
пока попробуем на этом ведре поездить. Тут тяжелый взял? Ага. Огнеметами? А хер его знает. Какой был, я такой взял. Я беру поддержку, резко себе. Давай, раш, ганду. Если что, починю. Мы потеряли цель, Айс. Цель потеряна! Надо наступать! Не, у тебя пулемет один. Мы потеряли обе цели. Ну что, ты права купил, что ли? Они точно уже сломали. Давай, вон в той стороне! Вражеский танк! Как бы были здесь, это видели, да? Вернитесь в зону боя. Там штурмовик сзади. Что за нуб у нас там? Там вражеский пулеметчик! Бля, все, сдаюсь сзади. Вот как смотреть, куда ты едешь назад? Чё, тут не по-другому не видишь вообще? Да никак, от третьего лица от левой просто видишь. Да я от третьего езжу, он назад не может посмотреть на. Вообще дерьмо тут. Подожди, почему? Все, что ли? Все, целый? А я это использую. А, ты еще. Блять. Да стой, 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 не бойся, ты куда ты катишься, блядь? Надо с другой стороны выйти. Так а чё, встал бы, я чинил бы тебя, и все, стоишь бессмертный. Ты не успеваешь меня чинить, он мне больше урона наносит. Не хочу я тебе кататься, неудобно. Вражеский пулемет! Вон там! Блять, прикинь, у них прайс, короче, сидит на нашей точке и не минирует ее, он просто сидит там. На какой точке? А, да все, он убили. Вот. Я не понимаю, что мне надо делать, блядь. Абсолютно. Это какая-то, блядь, нелогичная игра, что первая, что вторая. Я не понимаю, в чем проблема, почему у меня бомбит очко. Ты тут подбежал ко мне, блядь. Мысли не попал ни одной пути. Меня хотят взорвать. У них пулемет! Вон там! Там штурмовик врага! Вражеские координаты отправлены нашей артиллерией. Надо помечать этот сам. Так где он, блядь, я его не вижу. Да они на Б все, почему нет там никого там? Здесь, в этих комнатах, с которых можно просто стоять и отстреливать, почему никого нет? Что за команда, блядь? Наверное. Я, блядь, один в них вижу, нахуй, блядь. Кил, блядь. Что вы убить его не можете, нахуй? Он с пистолетом стоит, блядь. Я теперь понял, почему меня бомбит, нахуй. Потому что я один нахожусь там, где я должен находиться, блядь. А команды моей там нету никогда. Поэтому меня реально бомбит очко. Он же меня убивает. Я выбегаю, там, сука, 500 человек, блядь. За мной охота пошла. И летит, блядь, туда, охрана, почему вот? Я сейчас иду, реально, это кончено, не дела. Надо по-любому перезайти, потому что это реально сидит, я хочу с ним играть. И у них причем в команде такие же дебилы, блядь. Вот, а, вообще просто разминировать было проще простого, блядь. Достаточно выкурить трех пидорасов, которые сидят в здании. Они до сих пор там сидят. Что вы там сложного, блядь? Вышел на троих, забрал одного, блядь. Забрал второго, на третьего не успел забрать. Там чем занимаешься? Я прям перед тобой держусь.
нас что, снайпер? Блять, стол попало. Я не хочу проиграть. Да пока. Откуда граната к нам прилетела? Они с под мостового ходят. А, сзади почему прилетает? Блять, я что, за один, что ли? Что за хуйня? Миномет, блядь. Вижу там! Осторожно! А патронов там нет, блядь. О, вроде минусанули танков. Да, вот еще и проживем. Слушай, огонь, да. Они на Б вообще не торопятся. Они пытаются меня корнуть, он бегает с этим. С гранатами. Пулемет! Ура! Я говорю, они какие-то повадки. Тут газовые гранаты ставят. Жуть, да. Я их не вижу вообще, я вообще противник. Я тут кругами бегаю, о. Они, короче, у себя на базе все, прикинь. Минус три просто с гранаты, я одному ножа. Бля, а я сзади сверху, видишь? Да, да, да. Я нашел этих гандонов. Я просто смотрю, они перед дверью бегают, а я их сзади обошел, просто кидаю гранату. Двум по пульке дал, чтобы, ну, покоцать, короче. Надо гранаты не стрельну. Такими наметчиком оно. Красота. Вот такие мне нравятся видео. Теперь понятно, почему их не видно. Я сейчас еще один такой верхом сделаю. Разобрали. Сломали, что ли? Да, сука, кружили. Я отомстил за тебя. Хиппи, хоп, хоппи. Там их режут. Да что вы тут, блядь, не можете убить двух человек? Аптечка, пригодится! Реально, у меня такое ощущение, что все, короче, с дробовиками, вот, знаешь, аптечка. Бегают. Блядь, я не вижу их, сама. У них тики-то уже дотошли. Вот, нашел одного. Ты вот точку найти не можете, что ли? Это тебе аптечка! Вот тебе аптечка! Они реально там встали и устроили метро, короче. Перед одной дверью. Все, давай, время сливаться. На! Все. Вот это была красивая концовочка, просто супер. Они реально, короче, прикинь, они все стояли возле одного прохода, вся команда. Два или три человека бегали по карте, короче, а все остальные стояли возле одного прохода. Да, он эту порыв. Там есть спокойно обойти, там отходов к этой точке миллиард. Я думаю, наверное, сделаю пока перерыв, тогда на этом стрим закончим. И попозже обязательно еще постримим.